Всем привет, с вами Кэтсунэко. На моем календаре 5 мая. Говорят, самоизоляцию продлят до 12 мая. Ну, соответственно, вы это видео будете смотреть уже в будущем. Пишите в комментариях, продлили ли изоляцию, или она уже кончилась. Ну, а мы продолжаем играть в игрушку Монстания на Супер Нинтендо. С использованием эмулятора. Итак, город за этой стеной, да? Должен быть. Все это похоже на какое-то гигантское укрепление. Вот только от кого? Эти большие города? А ты знала, что снег тут не тает круглый год? Нифига себе. Снег? Та белая штука на стенах называется снегом? Ага. Тебе от него не холодно? А вот и вход в город. Ни хрена себе, ворота какие здоровые, блин. Судя по спрайтам, туда 3,5 фрона вместится. О, ворота закрыты. Эй, люди, откройте нам. Боюсь, что это невозможно. Нам приказано держать ворота закрытыми из-за свирепых снежных духов. Чего? Ай, ай, сюда идут снежные духи. Что тут у них творится? Чита! Ну вот тебе и чита, фея, блин. Что ж, придется вломиться. Ага. Ни хрена себе, он ворота такие снял, офигеть. Мальчик, сколько ему там? 16 или 17 лет. Так, снеговичок. Чита! Ты где, блин, мать твою, за ногу? Ух ты, снеговик в шляпе. С плащом. Заснеженный город. Задача. Расчистить дорогу от снежных духов. Так, что-то я карту не посмотрел. Толком. Так, справа у нас снеговики, да? И спереди один. Я не знаю, давайте попробуем сначала вот этой штукой. Нет, не достанем мы. Давайте вот здесь замочим. Охренеть, они издалека фигачат. Так, давайте сначала дальнего, да? Я... Ух ты, ё. Давайте мы его по-хитрому. Моя же, однако, умный. Сейчас пока дальнего будем лупить. А первый подойдет, и мы его смечем как хряснем. По его снежной башке. Но сейчас еще таки нет меня, да? Нет, 30-ку снес. Снес, но это не особо так и много. Так, сзади опасность. Мы сейчас его подманим. Ого, ни хрена их там. Сколько много-то? 6. Так, надо было дальнего валить. Мы его сейчас... Ух ты, я промахнулся. Ой-ой. Что-то их многовато стало. Ай-ай. Ой-ой, они сейчас меня зажмут здесь, ребята. Это, по-моему, фиаско. Что-то я думаю... Вот как тебя тут попасть-то? Попаду? Нет? Да, попал. Мне вот интересно, они через друг друга бьют, как бы, нет? Так, вот этот первый стреляет только... Да, походу. Ой-ой-ой-ой, зря я, наверное, сюда пошел. Давайте-ка я... У меня же там 300 жизни было, да? Ой, мамочки. По-моему, мне звездец. Мне конкретно зажали. Там еще ни хрена не видно, блин. Бляха-муха.
Опасная ситуация. А вот это не есть хорошо. Так, для лечения нам нужно 5. 4, 5. Лечимся быстренько. И лупим. Лупим. Да что ж такое творится-то? Ой-ой-ой. Ягода жизни, да? Так, ягод жизни у нас... Блин, они меня в тиски зажали. Ах ты ж снежный. Фига не кулачок. Ух ты, ё. Пожалуйста, сдохни. Нет. Так, у меня есть ревин, перемоточка. Ничего страшного, бывает и такое. Так, ну значит, сейчас ягоду жизни используем. Потому что, ну, по-другому никак. Они меня с трех сторон, видали, щемят как? Шаки беременные, блин. Пошли в жопку. У вас нафиг. Во-во, подвинь меня. Так, еще появляется. Да сколько ж вас? 4. И здесь сколько их там? 3 штуки было, да, по-моему? Да. 7 штук. 5. Ой-ой-ой. Энергия. Смотрите, опять козлы обходят меня, а? Пошел ты. Сейчас опять сдохну. Нифига тут ягод жизни сколько мне надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять ш... Так. Сдохни ты уже. Да что ты промахиваешься? Ну все. Кобздец. А давайте вот эту штуку схаваем. Пофигу. Сейчас я вам кое-что тут... Здесь у меня... Вот такая штука. На! Вообще, надо было вот в этот узенький проход бы мне попасть, я бы их... По одному бы хреначил. Да что ж ты будешь делать-то, а? Стопэ. Я в недоумении. Давайте уж кого-нибудь добьем. Тут их 5 штук. Блин, еще сверху появился, а? Ну вот как, скажите? Как? Вот я уже не помню, какого я тут бил. Они еще не сдыхают, блин, шаки беременные. А, черт. Вообще в угол меня забили. Пипец. Пофиг. Будем тогда так делать. Сейчас я вам покажу. Где там камайтачи, блин? Сейчас как грязь, блин. Во. Чё думали? Блин, мне бы вон туда бы попасть, где дверца. На порожек. Не дают мне никак передвигаться. Смотрите, как козлы-то что делают. Я вот не вижу там. Так. Убью, нет. Раз, два. Третий еще должен был бахнуть. Ну, короче, мы тут лечилочки-то будем делать. А, стоп. Вилу надо было использовать. Давай, хрясь. Блин, как же туда попасть-то, а? Эти еще подходят, они
Вообще нереально, блин. Пошел в жопу, блин. Во-во, давай-давай. Так. Да козел ты, блин. А сейчас точно вот все похреначу, блин. Сдыхай, сдыхай. Только не я сдыхаю, а этот снеговик. В шляпе, блин. Отмороженные ребята, реально, блин. Так. Вот, сейчас ныкаемся. Потом лечимся. Да козлина. Так. Подходим. Вот так. Вот она. Здесь они чисто будут подходить по одному. Так, еще лечимся. Ладно, уговорил, подойду. Нифига я вообще до хрена этих использовал. Своих запасиков, блин. Ух, наконец-то фронт победил, молодец. Ох, еле-еле. А прикиньте, на приставке там не было ни отмотки, ничего. Я как-то проходил. Ну, правда, по несколько раз одну и ту же карту как бы защищал. Нужно немедленно продвигаться с их... нужно немедленно повидаться с их правителем. Ну, пошли видаться. Ух, сохраняемся. Снежный город, блин. Что нам там дали? Каких ништяков? А ни хрена нам не дать. Ну, на этом я закончу данную серию. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте, на мой YouTube канал, оценивать видео. Ну а с вами был Тэцунэко. Еще услышимся. Джарэ!